Вот такой вот интересный блок питания. Ну, судя по трансформатору, вот входные 220, вот две выходных обмотки. Сейчас попробуем проверить. Значит, берем сетевой провод. Такой вот экспресс-паяльник. Загудел. Китай. Лампочка перегорела практически сразу. Вот. И нажимаешь, она чуть-чуть контачит. Вот. Хорошо то, что быстро нажал на кнопочку, он нагрелся. Так. Вот у нас. Так, где входные? А вот две дырки как раз. Так, 220 подпаяли. Так, теперь идем за тестером. И вот подали питание. Ставлю на видное место тестер. Так, ну давайте 200 вольт. Так, сначала переменку давайте посмотрим. Так, вот 750 вольт переменки. Тыркаем. Ну, в гаражах напряжение маленькое. Вот 200, ну 210 пускай будет. Теперь переводим на постоянку. А, давайте посмотрим с обмоток, сколько переменки. Так, трансформатор вот с этой обмоточки, вот на эти диодики, 202, кажется, выдает 8,9 вольта переменки. Так, сейчас на 20 поставлю. Предел. Да, ну 9 вольт, вот 9-вольтовый трансформатор. Так, другую обмотку с этой стороны не пощупаешь. Ну идет. Так, во-первых, звонится или нет, сейчас прозвоним. Так, это обмотка. Да, отлично звонится. А вторая обмотка у нас не звонится. Что? А, вот отпаяна. Тоже отлично звонится. Сейчас проверим. Сейчас подпаяем. Отпаялась одна ножка. Отлично. Так, теперь с
Смотрим, сколько переменки выдает. Это обмотка. Странно очень, натяжение плавает. Наверное, еще где-то не контакт. Сейчас попробуем поискать. Точно не контакт, где-то, наверное, вторая ножка кренки плохо запаяна. Самоделки очень много лет. Одни холодные пайки. Видно плохо. Сделанные на дно. Да. Надо зарубить этот провод. Так, предел 20 вольт. Смотрим обмоточку. Так, 14,36. Так, переходим на подстояночку. Так, вот он, наш минус. Так, здесь на выходе непонятно чего. А, вот. Понятно. Так, здесь 5 вольт, 5,3. Ничего. Так, и начинаем проверочку. Значит, на входе у нас 206. Так, выходы трансформаторов. Тринадцать и 7. Так, это переменка. Теперь переключаем на постоянку. Здесь у нас вот земля. С одной стороны 4,87, ну 5 вольт, в общем. И 11,53. 5,12 компьютерная. Так, это что такое? Сейчас посмотрим. Чего? Что-то отрицательное. Небольшое. Так что это, похоже, блок питания от какого-то советского первого компьютера самодельный. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.